Громкий коррупционный скандал в Южной Корее. Миллиардер и глава компании Samsung получил 5 лет тюрьмы. Суд Сеула признал наследника многомиллионной империи виновным во взяточничестве и растратах. Власти утверждают, что бизнесмен пополнял фонды бывшего президента страны Пак Кын Хэ, которая не так давно лишилась должности и свободы. Предполагают, что Samsung в обмен на поддержку концерна выплачивал крупные суммы экс-президенту и ее подруге. По данным следователя, речь идет о сумме в 120 миллионов долларов.